Добрый день, уважаемые друзья, гости, подписчики нашего канала. Сегодня мы вам хотим представить новое изделие. Мы его не так давно получили. Аналогичные изделия мы получаем уже на протяжении 2 лет, но это уже более обновленная модель. Что это такое? Многие называют это изделие косилкой, кто-то называет цеповой косилкой, кто-то называет мульчером. Мы в своем обиходе, в заводском сленге, чаще всего используем слово мульчер. Данная модель мульчер, либо цеповая косилка торговой марки Доберкмет, модификация EF-135. Для чего нужно это изделие? Это изделие предназначено для выполнения самых разных функций. Оно может обслуживать газоны, оно прекрасно справляется в борьбе с сорняками, причем очень большой плотности, очень высокого роста. Дерево она срезает толщиной до 4,5 см. Прекрасно справляется с измельчением пожнивных остатков. Данная модификация специально разработана для тракторов небольшой мощности. Если говорить о отечественных моделях, это модификация, начиная с Т25 и выше. Если говорить по азиатским стандартам, это аналоги Донфен 244, Фотон 244, Джинма и ближайшие к ним трактора. По корейцам это Киоти СК-22 и выше, Брэнсон, прочее. Чем отличается данная цеповая косилка от многих остальных? В первую очередь тем, что она выполнена по всем заводским технологиям и стандартам, рекомендованных в Евросоюзе. Несмотря на то, что сборка происходит в Китае, вы можете обратить внимание на качество покраски, на качество сварных швов, на качество изготовления каждых узлов, всех узлов и агрегатов. Из особых деталей, которые следует выделить на этой цеповой косилке мульчере, это в первую очередь, конечно же, мульчер, это редуктор с обгонной муфтой. То есть вот так он выглядит. Для чего она нужна? Обгонная муфта нужна для того, чтобы при возвратном движении центробежных сил рабочего вала не получать удар по редуктору, а соответственно и по коробке. Если посмотреть, то это приблизительно выглядит так. В одну сторону у нас вращается вал без каких-либо передаточных движений на рабочий вал. В противоположную сторону каждое движение вала запускает работу всех шкивов и основного рабочего вала. Вторым очень важным элементом данной косилки мульчера является электронно отбалансированный рабочий вал. Очень важно, чтобы балансировка была произведена качественно, поскольку этот вал вращается со скоростью более 2000 оборотов в минуту. И некачественно отбалансированный вал является крайне опасным. Видим здесь молотки. Молотки изготовлены из специального сплава, износостойки. Вес каждого молотка 0,46 кг. При желании, если кому-то больше нравится, мы можем переоборудовать вот такими вот комплектами данный мульчер. Рассчитан он на подключение на стандартную трехточечную навеску. Выход вала стандартный, 8-шлицевой под отечественный СНГ-шный стандарт. При желании можем перекомплектовать переходниками под шестерку. Здесь мы видим опорные салазки. Опорные салазки сделаны таким образом, что переставляя выше-ниже через специальное отверстие, вы можете регулировать высоту среза, что очень важно. То есть вы можете отрегулировать удар вплоть по корневой системе, можете отрегулировать определенную высоту стерни. Дополнительно идет регулировка высоты нахождение прикатывающего ролика, он же является маркером, он определяет угол атаки мульчера, он определяет плоскость, по которой работает мульчер, он же выполняет и функцию дополнительной защиты.
На этом валу у нас установлен специальный очищающий нож. Как правило, при активной работе остатки грунта, биомассы налипают на вал. Поэтому стоит нож, который, кстати, тоже может регулироваться по углу атаки и очищает непосредственно наш вал. Каждый мульчер идет в отдельной упаковке. Запчасти будем рады помочь, показать, все есть. Но за 2 года, слава богу, обращений у нас по запчастям не было. Максимум расходные материалы. Любые вопросы пишите, задавайте. Мы находимся в городе Белгороде и в городе Краснодаре. Отправляем по всей России, можем делать отправку собственным транспортом. Все для вашего удобства.